Здравствуйте, дамы и господа, мы продолжаем рубрику «Эксклюзив» на канале Mr. Best Android, и сегодня мы познакомимся с оригинальным телефоном Nokia 6700, многие с ним знакомы, но купить его до сих пор остается актуальной задачей, и она усложняется тем, что, во-первых, эти телефоны сняты с производства, а во-вторых, существует на рынке Украины очень много подделок. Попытаемся разобраться, как отличить оригинальный телефон, и начинается все, конечно, с комплектации. Вы видите, в каком состоянии коробка. Неудивительно, с 2009-2010 года, когда там последние еще телефоны можно было найти в магазине, вряд ли, если вы держите в руках идеально ровную и чистую коробочку, это она идет от оригинала, потому что большинство из них, сколько нам не попадалось, это ригов, они все были немножко помяты или затерты, но это сказывается время. Итак, и второй важный момент, который нам понадобится, это наклейка с имеем телефона на коробке, мы потом сравним с тем, что находится в самом телефоне и на его плате. Итак, в комплектации телефончика 6700 идет сам девайс. Далее в такой вот коробочке дополнительный чехол оригинальный. А в данном случае вот в магазине Virtu Mobile предусмотрена карта памяти дополнительно на 2 гигабайта, но вы можете уточнить, идут они в комплекте или нет в данный момент. Оригинальный USB кабель Nokia, он такой вот коротенький, такого плана кабеля можно было встретить в линейке 8800, тоже премиум класса. Аккумулятор стандарта BL6Q. Так выглядит. Часто идут они с такой наклейкой голографической. Это признак оригинальности аккумулятора. Так компания финская пыталась отличить от китайских подделок в том числе. Вот такой вот фирменный шнурочек для ношения телефона с ним и для более удобного его извлечения из кармана. Оригинальная зарядка Nokia. Она идет так называемая тоненькая. А в принципе зарядки Nokia тоже умельцы могут подделывать. Но в данном случае это оригинал. Ничего страшного, даже если вы пользуетесь китайской зарядкой, с этим телефоном не случится. Если, конечно, она качественная. И еще такой важный момент. Сюда в комплектации идут такие вот наушники. Это наушники Nokia с блоком управления, ориентированы на мультимедийность. Здесь подключаются они через microUSB вход и имеют такой вот блок управления, где можно ответить на звонок, переключать мелодии, ставить на паузу или запускать их. Это затычки Nokia. Помимо прочего, в коробке, как всегда, вы найдете фирменное ПО Nokia PKSuite. И вот такую большую книжку, это User Guide. В данном случае у нас Nokia венгерской сборки, и поэтому книжечка на английском языке, но разобраться, кому нужно будет, не составит никакого труда. И вот перед нами сам телефон Nokia 6700 в серебряном цвете, в данный момент представлен в обзоре. И теперь в первую очередь надо посмотреть, это уже будет второй пункт, как отличить оригинал от копии, на сборку корпуса. В оригинальном телефоне действительно все собрано очень хорошо, то есть нет никаких люфтов, это металлический телефон, и сразу по ощущениям видно, что это оригинальный для тех, кто когда-нибудь держал подделку. Для тех, кто не держал подделку в руках, то, конечно, стоит обратить внимание уже на телефон включенный. Для этого надо снять заднюю крышку. И теперь нам надо обратить внимание на имей телефона. Вот самая нижняя цифра заканчивается 7820. Сделано в Венгрии. Венгрия выпускала эти телефоны. И теперь сравним с тем, что написано на коробке. И действительно, на коробке тоже такая же цифра, 7820, и имей телефона полностью совпадает, наклейка, которая под крышкой, с тем, что на коробке. Это вот такой маленький момент важный. А далее мы вставляем наш аккумулятор, и теперь же включаем телефон. Копий на Nokia платформе не делают, в основном используется платформа MediaTek, и как определить, что здесь действительно Nokia платформа? Ну, во-первых, видите, какое плавное включение. Звук, сразу насколько качественный звук в этом телефоне. И мы нажмем «Сохранить время и дата», не будем устанавливать. И главное меню, и теперь можно использовать сервисный код Nokia, это звездочка решетка, 4.0, решетка. И мы видим код платы, это Nokia 6700 с буквой C. Код платы, кстати, указан у нас сверху, как маркировка модели на коробке, 6700C. То есть он тоже совпадает. И вот так вот можно это все проверить. Итак, что касается имея телефона, мы тоже сейчас его проверим. Звездочка решетка 06 решетка. И опять же 7820, знакомые уже цифры, совпадает имей телефона внутри самой платы с тем, что у нас под крышкой, и с тем, что на коробке. Также этот имей можно вбить в международную базу данных этих номеров и увидеть, что здесь действительно плата используется 6700C, как это и делается в оригинальном телефоне. Что касается самого
средства связи. Это представитель бизнес-линейки, и это сказывается в сборке корпуса, в качестве сигнала, который здесь используется GSM-антенна, в том, как быстро и как отказоустойчиво работает телефон, и насколько он надежный. Действительно, это один из самых надежных телефонов и самых популярных среди бизнес-линейки, ну, имеется в виду телефонов бизнес-класса. И до сих пор вот можно купить вот такой вот оригинал и радоваться, наслаждаться хорошим четким звуком, хорошим стойким сигналом и узнаваемым прикольным внешним видом. Внешний вид действительно считается у этого телефона из всех Nokia наиболее узнаваемый, один из, так уж точно. Очень многие часто, кстати, вот звонят, спрашивают по поводу этих телефонов, хотят телефон не смартфон, а вот обычный, чтобы звонить, но который классно выглядит. Вот Nokia 6700 оригинал — это один из тех, которые мы рекомендуем. И вот здесь вот даже есть в настройках дисплея такой момент, как цвет шрифта и размер шрифта, чтобы вы могли выбрать побольше, если вам нужен такой выбрать, например, крупный шрифт, и все достаточно будет просто больше. Фото, видеоклипы и так далее. Но, тем не менее, основной контингент, который покупает целевая аудитория эти телефоны, это те, у которых уже был телефон Nokia 6700, и для тех, кто любит эти телефоны от финской компании. И у кого был оригинал, конечно же, не составит труда сравнить даже старый бэушный телефон с тем, что сейчас вот приезжает к вам от магазина Virtu.mobile, убедиться, что в этом случае вы получаете оригинал, причем стоимость телефона достаточно приемлемая и выгода отличается от многих других магазинов. И я надеюсь, это видео будет полезно для тех, кто хочет купить телефон Nokia 6700, имеется в виду именно оригинал. А я благодарю вас за его просмотр, за просмотр этого ролика, и подписывайтесь на канал и следите за новыми обзорами. Всего доброго!